Полетим моим маршрутом. Отмена текущего маршрута. Прокладываю новый курс по личному маршруту капитана. Может быть, нам пора вымирать? Перестань утрировать. Я не утрирую. Ты посмотри на экипаж. Ни одного человека, ни одного, только бот. Ты человек. Ну ничего, через пару лет и капитанов заменят. И что же в этом плохого? Сточертели вы, вот что плохого. Ну и что ты себя строишь? Я не хочу с тобой говорить. Ну и как хочешь. Чего мы ждем? Капитан, расчеты для гиперскачка будут завершены в течение 2 минут. Да какие просчеты? Мы этим маршрутом 100 раз летали. Нам прыгать 3 раза по 4 секунды. Поехали! Как прикажете. Приготовиться к досрочному гиперскачку. Щиты отключить. Ядро на полную мощность. Обратный отсчет. 3, 2, 1. Я сейчас не в настроении с тобой. Что случилось? Представляешь, на орбите Кроноса откуда-то взялось здоровенное астероидное поле. Ты не дождался расчетов? Да здесь астероидов отродясь не было. Мы без связи тут застрянем очень надолго. Отправь зацикленный сигнал СОС. Может быть, кто-то мимо прилетит. Уже отправила. Thank you.
Эмма. Я здесь, Кэп. Запиши мое сообщение. Говорит, выживший после крушения, капитан звездолета «Горизонт» Петр Соколов. Прошу звездную транспортную компанию принять мое ходатайство о назначении ботов на роль капитанов всех транспортных звездолетов. Мы разбились по моей глупейшей ошибке, которую боты никогда бы не допустили. Надеюсь, мой пример послужит хорошим уроком. Конец записи. Кэп. Ты уж не серчай на меня. Не буду. Может быть, совсем неплохо. Что вы нас замените? С пробуждением, Кэп. Как мы выбрались? Мой сигнал засек пролетающий мимо грузовик. Нам невероятно повезло. Еще немного, и ты бы не дотянул. Как же мне тебя отблагодарить? Потом отблагодаришь. Успей пока. Все хорошо. Спасибо тебе, Эмма. Большое спасибо.